перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет! Как дела, ребята? Чё нового рассказывайте? Салам всем, привет, салам, гутен так, hello. Так, кто-то что-то мне написал. Ничего страшного, ребята. Хотел просто сказать, что едем сейчас снимать клип, короче. Сейчас мне пацанчик один мой друг заберет. Поедем снимать клип. Короче, работы много. Блять, не выспался. Да-да, ребята, очень скоро будет уже клип. Сейчас доделан все. Может даже два клипа. Может три. Посмотрим, как там время. И что, как, что получится. Через две недели где-то примерно уже сын родится. Поэтому надо сейчас все быстро делать. Потом занят буду менять подгузники и все такое. Да, кстати, там я акцию такую стартанул в Твиттере. Там, если наберутся 429 лайков, короче. Конечно же, там уже я читал, там какие-то придурки уже пишут, я продался за лайки и все такое. Нет, это просто, чтобы вы чуть-чуть активно следили, там, знаете. Не то, что ли, блядь, мне эти сраные лайки нужны. Они бабок не приносят все равно. Просто, чтобы вы не пропустили и как-то двигались, что-то делали, а не просто так. Так, так что там уже почти под 300 лайков было, короче. Думаю, сегодня наберем это количество и сразу же скинем тречок. Он, походу, уже есть, закачанный на ютубе, короче. Вот, когда выполните мою просьбу, тогда я открою ссылку, короче, и послушайте. Трек достаточно крутой получился, поэтому... Думаю, стоит вам поактивничать, принимать участие в этой хуйне, которую я все время выдумываю. Поэтому. Молодцы, следите, ребята. Мы вернемся в год 2008. Или до 2007, хуй его не знает, посмотрим. Так что, вот так вот. Сегодня как раз охуенная погода, на улице солнышко, короче. Как раз, вот, хорошая погода, чтобы снимать клип. Будет все охуенно, солнечный свет все время. Круто, хорошо. Витамин D, как бы, да, тоже порадоваться можно. Минск с нами, я с вами, ребята. Погода в окно, видите? Чистое небо.
Сегодня первый день нормально, так 10 градусов, а так, блядь, все время отвратительно, там где-то 2-1 градус или минус, блядь, и этот сраный дождик здесь вообще нахрен. Сибирь, я с вами. Так что... Вот так вот. Вторая часть чего? Там Макс монтирует, там дохуища видосов-то, короче. Макс сидит сейчас дома в Минске, монтирует все, короче, всем занимается. Я думаю, блядь, вы имеете в виду эту историю, там. Во второй части будет старая студия, короче, где мы начали рэп делать. Вот так вот. Беларусь. Беларусь. Что еще вам интересного рассказать, ребята? Спасибо, я вас тоже люблю. Алтайский край, привет. Всем привет. Не, в Праге не был. Собираюсь туда поехать, короче. Там заебись, говорят, вообще. Побриться, не, наоборот, отращиваю городу. Брился же, шею побрил, видите, все круто же. Хватит, да. Яйца тоже побрил, это достаточно. Татарстан с нами, привет. Да, вещи буду продавать, примерно вот типа такого плана и пару других. Мой сын не слушает мое творчество, как бы, или не следит, ему 4 года, как бы, не думаю, что будет круто ему показать какую-то эту матершинную хуйню. Алене привет назад в Борнео. Привет из Киева. Соскучились? Казахстан с нами, конечно, ребята в Казахстане. Крутые фанаты. Вот надо их приоритет, надо их, короче, порадовать концертом. Не, Сом еще в гости не приезжал, не знаю, он заедет, как будет там, здесь где-то, в наших краях. Обязательно, в Казахстан обязательно приеду, ребята. Да какой трек-клип. Услышите, короче. Сколько там время, а то вот меня сейчас как раз забрать должны. Чтобы не затягивалось тут наше с вами общение. В Оренбурге нет. Везде будут концерты, ребята. Я со своим цирком, короче, приеду в каждую вашу страну. Вот так вот. Насколько я останусь в музыке? Ну вот, когда ад замерзнет, короче, тогда я, наверное, уйду из музыки. Минск обязательно, короче, если там что. Вот так вот. Не смотрел фильм. Сахалин. Привет, привет, привет. Что за хуйня с Big Russian боссом, блядь? Что этот долбоеб тупорылый себя вообще Big Russian босс назвал, блядь? Ебаный в рот, блядь, вообще. Да ни, нихуя, ни, никакого бифа нету. Просто Big Russian босс, ебать, нахуй. Я хуею, блядь. Как можно было, блядь, такому страшному хуеплету себя так назвать, блядь. Попросите его, чтобы он лицо...
Кто-то свое показал. Он, наверное, выглядит, блядь, пиздец, как хуй его не знает кто. Ходячие мертвецы охуенно, блядь, жду вот сейчас этот, блядь, сезон новый. Ну или новых серий, блядь, досмотрел, блядь, до конца там пиздец, что творится вообще. Крутой сериал. Посмотрите «Наркос», новый сезон, короче. «Наркос Мексика», короче, я охуенно вчера досмотрел. Вчера или позавчера. Привет в Казахстан. Ну что там, Дима уже приехал, блядь. Так, моего друга Дима еще все еще нету. Надеюсь, он не опоздает, а то, блядь, у нас темнеет рано, блядь, не успеем нихуя заснять. Артем хорошо поживает. Вчера общался с ним немножко тут. Там обсуждали пару вещей. Не Дима Бамберг. Знакомый мой, братишка, с Таджикистана приехал. Ну, не сегодня, конечно, с Таджикистана, но родом с Таджикистана. Сколько мне лет? Мне будет в этом месяце 35. Сын анархии? Не, не смотрел. Что, прикольный сериал? Стоит. В Киеве я, блин, почти каждый год. Что я думаю о предательстве Оксимирона, Шока? Это все, блин, ну это все грустно, как бы, да? Что за хуйня? Что это тут? Что за хуйня у меня вылезла на экране? У меня слов дохуище, блядь. В большинстве матершины, но все равно хватит. Тем более в современном рэпе хватит только... Эй! Эй! Эй, 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 заебись и все нахуй, вот, поэйкать нахуй, блядь, и все будет заебись, ребята, вы же, блядь, вы же видите. Так, походу Димон едет, слышу, какую-то машину. Да, все, за мной приехали, ребята, давайте на связи, выйду в прямой эфир, как сейчас будем что-то снимать, давайте, пока.